Привет, друзья, с вами я, Ванёк, и сегодня мы посмотрим игрушку ПК Building Simulator. Сейчас мы ее поднимаем. Здесь слышно. Карьеру новую добавили. Новое обновление, игра на бета-тестировании. Пальцы вам, то будет поражать. Значит, вы откроете эту машину, мы с вами пока уберем вам письмо. А, я что, взял, выключил или что это? Ой, музыка. Неохота. Я лучше другую поставлю. Так. Привет, извини, что мастерская. Ну, тут можете на паузу поставить, прочитать. Ну, пока так. Привет. Комп тормозит. Ага, вот он. Комп пришел. Сейчас поставить надо. Поставить. Где это работает? Нужно запустить. Интересно. Нажмите 3. И кабель. Соединить. Как же это долго. Так, теперь 1 USB P питание. А, запустился. О, вот это соединить, что нужно. Так. Антивирус. Извините. Биус. Дел Лепа. Что такое быстрый антивирус? Где такой антивирус купить? Или скачать. Что-то написано было, я готов надо. Там сказали отнести. Ага, принять оплату. Принять. А, то есть. Оп. А, спасибо. Пожалуйста. Ай! Что-то удалил? Надеюсь, я ничего не удалю. Так. Удалить и распропылесосить. Ага, завтра. Оставить HDD. Извиняюсь, если неправильно сказал. В процессе. А тут видеокарту поставлю. Сломалась видеокарта, окей. Опа. Чё это? Почему присесть не могу? Завершить день. О, аренда. Оплатить аренду, оплатить счет за что-то там. А пока клиента подвезли. Так, это ремонт, это апгрейд, а это сканирование. Окей, давайте ремонт возьмем. Так, заменить видеокарту. Удалить. А. Видеокарта. Так, удалить. А, болтики, значит, держать. Угу. У нас видеокарта сломана. Нам она не нужна. Так, что тут? Видеокарта. Ага. То есть нам купить, что ли? Ну да, логично. Какой-то... Ух ты, какая тут видеокарта. 1050 Ti. 1050. 750. 970. А нам какую? А, я продал. А, там в почте есть. 970 геймер. А, так, это Excel. Это геймер в корзине. Есть несколько вариантов.
Нам торопиться нет, да, наверное. Почта. Кредит превышен. А, у нас деньги сняли. Понятно. Так, ну ведь я карта завтра бить идет. Значит, давайте вот этот пропылесосим. О, господи, как он грязный. Угу. Так, пока тут поставим. Ага. Установить сжатый воздух. Эй. А, я тут почистил. Так, ну тут пыль хорошо видно. Можно просто так держать? О, держать не. Сейчас лайфхак. А. Да что не чистится, алё? Так, ну сейчас почистим. Алё. Что, игра залагал? Лет снизу там. Почему не чистится? Странно. Давайте это. Да, там, наверное, уже пропылесосим. А, вот. Нет. Так, удали. А чё это 4 болта? Зачем это? Так, тут все грязно. Почему вот это не чистится? Надо и поэтому чистить или что? А, смотри. Зачистился. Надо было... Так, все, там пропылесосить, удалить вирус. А, давайте сначала этот. И этот. Отгружайся. Так. А, кабель еще включить надо. Забыли. Провода другие какие-то можно заменить. Чё это? Да? Неплохо. Так, включайся. Вот флешка. Так, а чё пропылесосим? Чё это звук? Ну, просто у других нормальный был. Чё тут? Больше места. Ага. А, морды не надо еще заказать. Чё это у нас? Там, хранение данных. Так, этот? Да. Давайте завтра. Сейчас 100. За это завтра все. Так, чё тут надо перезагрузить? Так, это чё? Второй стол. Это третий. Для хранения ПК. О, картинки какие-то. ГПУ какой-то. Все. 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 Так, ты уходи отсюда. Вот здесь, чтобы не мешался. Так, это апгрейд, это ремонт. Так, ну мы все заказали же. Так, опа. Доставка, да, заказали. Пошлите. Так, давайте тогда проработаем до субботы. И на этом закончим. Приступить к работе. Вам доставка. Ага. Опа. Доставка. Видеокарта. Мортин. Давайте тогда видеокарту поставим. Блин, путаюсь. А, он уже открыт. Удобнее. А чё удобно вот? Сейчас вот так по лайфхакерски сделаем. Последний провод остался. Видеокарты. Ой, кабель, извиняюсь. Видеокарты. Это шин. Ставим.
закручивай. Так, теперь кабеля. И этот, и этот. Так, все. Не забудьте на ЦП. Что за красное? А, типа удалить. А что на ЦП? А, центральный процессор. А, термопас. А, зачем я открыл-то? Можно было и так термопас сделать. Охлаждение. Давай быстрее. Ой, мама, что делал? Не хватает кабеля. Опа. Материнская плата с охлаждением. Понятно. NZXT. Он запускается. Он запускается. Нормально. Чему? А, я думаю, что-то еще есть. Ладно, уносим его. Поставим тогда тут тоже. Так. О, сейчас смотрите. Короче, все вот эти сделаем сразу. Короче, оплату подтвердим. Так, тут что? Так, тут можно не поставить. А где этот Мортони? Так, ну в комп... Вот он. Да, Мортони. Вот это открыть. Запчасть. А, и эту. Много понаоткрывал. Так, тогда передней решеткой и панель закроем. Боковая передняя. Так, чего тут не так? А, опять кабеляете. Или попал. Чё, морд-то не сломан или чё? А, старый. Ну, ща будет новый. Матом провода подсветились. Опа-на. Ща быстренько комп включим. Все? Да. Так, это та панель? Так и это. Так. А, центральный процессор забыл. Вот пишет. Не забудьте, а я забыл. Я забыл. О, вентилятор крутить можно. Давайте на видеокарту. Как его крутить? Можно на видеокарту? А, типа на видеокарту нельзя, потому что там видеокарта. Логично. Ладно. Крутись, как крутился. Так, включай сразу. Теперь оцени, можно запустить. Ну так нечестно. Так, подтвердить. Так, все, нормально. А, так как в смысле комбо запустился? Какого кабеля не хватает? Алло. Ребята, о чем? Сейчас смотрите, кабель подключен, скажет. ОС может быть запущено. Ну я же сказал. Помогите. Как эти провода? Можно как-то сделать, чтобы быстро все это было? Это же долго. Все, запускайся. Надоел. Все, оставить у двери. Вот. 3 ПК. Тык. 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 Выбросить, выбросить, выбросить. Давай, удалим вирусы. Новый уровень. Я что подлагаю? Intel Core. Автоподключение. Красный-синий кабель. 4 ядра, материнская плата. Опа. Понятно. Так, что тут? Заменить охлаждение. 16 гигов. Окей, давайте.
Так, что у нас там? Пока перегревается. Дельтвирус. А что там сказали про авто эти? О, инструменты. Автоподключение. 1000. Что я могу купить? А! Что сделал? Я ушел в минус. Извините. Я же могу сюда, да? Даже не почитал, что он делает. Там за аренду что платить? А, я успею накопить. Окей. О, цвет. Не, ну нафиг, это хоррор какой-то. Так, включись, пожалуйста, я просто не хочу. О, у нас второй уровень. Только что заметил. Завершить. Приступить. Опа. Апгрейд, ремонт, сканирование. Апгрейд, ремонт, сканирование. Второй раз. Я так и не понял, что автоподключение там с проводами что делать. А что я делаю, алё? Опа, провода сами подключились. Ты видел? Или видела? А-а-а, так вот как они работают. Так это удобно. А что еще есть? Быстрая отвертка на четвертом уровне. 3000. USB устройство. Дополнительный еще. А, тут все серьезно. Ладно, давайте это пом сделаем. Удалим этот парный вирус. Жапан. А, в смысле, я же флешку алё вставил. А, я его вытащил. Это вообще кто? Да, парень тут. Опа, подсветка. Ладно, чё там? ML. Можно запускать? Эльтирус. Ага. Ага. О, как Windows. На Джамин. Чё это? Wi-Fi, провода какие-то. Подахтера. Так, антивирус, давай быстрее, 3 секунды. Раз, два, три. Все. Ну все, ребят, думаю, на этом пора заканчивать. Если вам понравилась эта игра, понравилось видео, ставьте лайк и пишите в комментариях, продолжать игру или нет. Ну а с вами был я, Ванёк. Всем удачи, всем пока.